Большую часть жизни на коньках. Спортивная история Александра Скугарева началась в Ангарске. Именно там он впервые взял в руки клюшку. В нашем городе у нас только хоккей был, у нас футбола не было. Поэтому выбора сильно большого не было. И, ну, вообще, как бы, и старший брат, он у меня в хоккей играл. И, можно сказать, и по стопам старшего брата пошел в хоккей. После игр за детскую команду сомнений у Александра не было. Он станет профессиональным хоккеистом. Чемпион России и Европы. 3 года в составе национальной сборной. Вот уже больше 40 лет на льду. Теперь он передает свои знания и опыт одинцовским спортсменам. Признается, я не работаю, а служу хоккею. Мне это нравится. Это, я считаю, это мое призвание, тренер. Потому что это не все могут работать тренером. Тут надо быть фанатом. Фанатом дела, любить это все. Работать. Работы много у тренера. Практически целый день приходишь с утра и до вечера. Сергей умеет твердо держать удар и уверенно бороться на льду. Он настоящий командный игрок. Этому его научил тренер. Строгий, но справедливый. Юные хоккеисты не только беспрекословно слушаются Александра Петровича, но и хотят быть похожими на него. Конечно, тренер нравится, он много чего знает. Играл в сборной. Чтобы был результат, нужно упорство. И без творческого подхода в хоккей не обойтись, уверен тренер. Эта формула успеха уже доказала свою эффективность. За высокие достижения по итогам прошлого спортивного сезона глава округа Андрей Иванов наградил Александра Скугарева почетной грамотой. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».